идет пацанчик какой-то, троллит его. Что-то вроде, как бы если бы Рыбников шел и какой-нибудь пацанчик шел и говорил: ну, целиковый, полушка, осьмушка, пудовичок, медичок, наворотничок, мудачок. Это счет древних. Короче, вот так же примерно троллил пацанчик Ларина, только какой-то другой темой, вот, аналогичной. И Ларин побежал. Ларин, короче, просто побежал от него. А тот, я не помню, бежал за ним и троллил или так шел. Я нейтрально, как бы, ну, с сочувствием, но нейтрально, ну, что поделать. Ну, просто происходящее такое вот во сне, сам не знаю, что делать с этим. Ну и вот, что-то быстро видео заканчивается, на телефон вообще стало. Ну, в общем, это. И там девушка у вас была, она вообще ни слова не проронила. Она просто как бы стояла, просто там как была, так и была. Ну вот. Короче, неважно, до того, как я выстрелил блогеру Дмитрию Ларину во сне в грудную клетку, а затем в слоумо стал достреливать его, чтобы точно в голову, чтобы точно, ну, на 1000%, чтобы точно он умер. Или после этого было во сне. Он предложил мне с продуктами вот этими, которые мы набрали из помойки, наворовали из помойки, протухший хлеб там, более точнее, не самый протухший хлеб, который можно было найти, еще что-то там набрали, какую-то, короче, бомжовской дряни. Такое было время, настало. Короче, лифт, он сказал, на самый, я зашел в лифт, и он нажал на 80-й этаж. А там просто лифт, это просто такая штырь такой, типа, или лестница, и лифт. И он просто до конца доезжает, и хрен знает, он когда до конца доедет, он не вылетит вот так вот и вниз не упадет. И там, типа, был шанс, что так произойдет. И он говорил, типа, держись. И там такой вид был, что ты вот так вот держишься за что-то, чтобы не упасть вниз. Я, по-моему, после этого в него выстрелил, кстати, в Ларина, Дмитрия, блогера Дмитрия Ларина во сне. Но это было не из-за этого, а это просто он так развлекался, как бы развлекал друзей, типа. То есть он не скучный человек, вот я скучный, а он не скучный, он так развлекает людей. То есть вот он, например, идет с другом там, или с девушкой, и он говорит, вот лифт, залезь там, типа экстримы там, типа близок к смерти, ты там. Ну, он, короче, так развлекается. А я так не стану делать, потому что мне, как бы, ну, жалко человек, зачем так издеваться. Поэтому я один, а у Ларина и все есть. Точнее, ну, я не завидую, мне похер вообще. Я вообще его не смотрю, у меня не... Короче, это... Вот этот момент, где я ему выстрелил, это я точно помню. Еще. И там, короче, суть-то не в этом была. Суть была в том, что панчлайн там был в конце. Там было вот это вот взаимосвязано, то, что вот этот паренек говорит, что-то, и Ларин побежал от него аж. Потому что он не будет же драться с мальцом. Из-за того, что троллит его. Там какая-то была вот... Три слоя, которые, накладывая друг на друга, создавали в итоге интересный такой вот... Ну, панчлайн, как бы. Не то, что смешной, а...
Ну, это, я не знаю, как не то, что смешное, а просто интересный сюжет, сюжетный поворот. Вот это поворот. В конце я помню, машина, я от полиции что-то скрываюсь, дверь открытая. Но я не в машине, а Ларин в машине, и он говорит, а представь, если бы ты что-то, это, и что-то говорит мне, и я понимаю, вот этот вот панчлайн, вот этот поворот. Или я уже понял. Я не могу вспомнить. Я не могу вспомнить что-то. Там прям жестко, жесткий, классный сюжет был такой. Причем вот эти вот действия, это просто пазлы. Такие незначительные пазлы, общая картина, которые складываются в общую картину. Вот этот паренек, который троллит Ларина, и Ларин говорит, вот это вот еще что-то там, и вот это, где я стреляю в него, это все просто неважное, не столь важное событие вообще, которое, объединяясь, какую-то создают в итоге офигительную... Блин, я забыл. Забыл. А потом мне снится, вот я просыпаюсь, я всегда в одно и то же время просыпаюсь. Я просыпаюсь, вот сейчас, и мне просто вот снится, как будто я поднимаюсь с кровати, иду куда-то, что-то делаю. И я чувствую обессиленность такую вообще